Так, смотри. Milton Slot Machine 6. Я его поделил на два, то есть, ну, не поделил на два, а скопировал два раза, и второй начинается чуть позже. Это звук конкретно монет падающих. Дальше. Вот это Milton Slot 5. Под ним идет, он немного раньше начинается. Он начинается вот с этой херни. Начинается, и он звучит вот так. Я его урезал. Так, вот это Milton Win. Он дает вот этот звук. Сейчас. Я его немного поставил, его не слишком слышно. Вот, он начинается вот тут. Почему-то он начинается. Наверное, потому что она здесь выиграет, не знаю, но, по-моему, здесь он нормально смотрится. В общем, пробей еще. Так. Дальше. Я объяснил, что музыка от Diamond заканчивается, когда хуячит Вадим по автомату. Вот в этой где-то точке я ее остановил. Но там важно, чтобы она прекратилась сразу с тем, как он вот хуйнул. То есть он хуйнул, и в одно и то же время с этим останавливается музыка. Дальше. Вот, Jace Coin Drop. Значит, это последняя монетка. Она идет. Значит, идет клэп. Вот этот клэп, это у меня, это когда фрукты режут, там звук фрукты режут. Вот первый, это вот этот клэп. Вот. А немножко от него отстает, сразу идет coin dropping. То есть одна монетка последняя падает. То есть это. Вот, и она падает. Не помню, как я его там брал. Я его полностью помню. Да, я его полностью взял. Вот он у меня. А клэп это я вырезал, сделал саб-клип. Это только вот первый раз фрукт режут. Вот, я потом обрезал все. Так. Ну и потом, значит, у нас начинается вот здесь вот опять с первого аккорда. Вот он с первого аккорда, и на затихание идет. А здесь это смотрится так. Так, его убил, все, и поехал. Yes. Вот как-то так. Бля, как я выключу теперь эту программу? Выключится на что-то еще.